позаходили, насыпал им. Хочу показать вам голубей. Определил я их на поровку. Вот. Там у них вроде гнездышко. Ну и, соответственно, корм, водичка. По поводу голубочки. Эту голубочку брат отбил, это было даже не его. Отбил у ворон. Когда он ее у них забрал. В общем, он ехал где-то там. Увидел кучу ворон и долбят голубя. Остановился, забрал голубку, вылечил ее. Оказалась хорошая очень голубка. Как она выжила, просто не представляю. Раздолбали ей голову до кости. Вот такая вот история с этой голубкой. У нее уже были голубятки. Игра у нее красивая. Кстати, у этого голуба тоже. Вот такая вот история. Хочу показать моих лалаков. Вот, я их раньше немножко показывал. Вот такие вот красавчики. Это, скорее всего, будет голубочка. Но они будут вылинивать, у них белые крылья будут. А это похоже на голуба. Ну, сейчас, конечно, это все не определишь. Придет время, будет видно. Вот такие вот красавчики. Вот так вот. Стой, стой, куда пошел? Иди попозируй немножко. Во, опорожнился. Молодец. Вот так вот. Здесь у меня есть... Вот такой вот еще красавчик. Это бесчубый благодарнинский. Сейчас покажу его родителей. Вот благодарнинский голубь. Пошел за черной рябоголовой голубкой. Это его родители. Ему благодарнинской голубки не было, поэтому я решил споровать вот так. Ну а еще плюс, мне хочется черных белоголовых. Посмотрим, что из них выйдет. Это вот отец. И рядом вот с ним почти белая. Это родители вот этих вот лалаков моих. Вот так. А андижанские голубятки почему-то, сейчас я посажу, почему-то получились черно-бурые. Анна, почему такие черно-бурые? Вот это я не понимаю. Может быть, у них где-то предки были черные. Кто его знает? Вот они. Это тоже, скорее всего, вот эта голубочка. Это, скорее всего, голубь. А там посмотрим. Вот посмотрите на их цвет. У них черные хвосты. Почему-то. И бурые крылья, перья на крыльях. Забы такие же бурые. Не пойму почему. Родители у них. Вот. Это голубь. Отец. А вот это вот мать. Она вообще отец хоть красный. Красногрудый, а мать желтогрудая, желтошея. Деточки почему-то получились у них вот такие. Это первое такое. Остальные у них рождались красногрудые. Вот сейчас голубка есть у них, подрастает. Она... Сейчас я покажу. Вот она. Она будет,
Скорее всего, желтогрудая, желтошея, как мать. Потому что она цветом даже светлее, у нее головка желтенькая. Она цветом светлее отца. Вот прям значительно. У отца прям красная, а у нее светло-светло-красненькая такая. Ладненько, друзья, буду заканчивать. Мне хотелось рассказать историю об этих голубях, об этой голубочке. Хорош голубать. Они еще не споровались. Посадил на поровку, вот споруются. Тогда уже буду выпускать. Все, друзья, огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока.